Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Дима Билан решил откровенно поговорить с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Певец вспомнил, с какими психологическими проблемами сталкивался ранее. Он дал совет публичным людям. После победы на Евровидении в 2008 году Дима Билан стал известен не только в России, но и во всей Европе. Тогда певцу казалось, что он достиг всего, о чем только мечтал, поэтому начал страдать звездной болезнью. Билан считал себя избранным, но от его высокомерия страдали близкие. С посторонними он не скандалил, однако мог сорваться на родных. Осознав, что с ним происходит, Дима взял себя в руки. Певец понял, нельзя терять голову из-за популярности. Сейчас Билан нередко говорит своей сестре, которая начала певческую карьеру, а также другим молодым артистам и блогерам о важности трезвого мышления и самокритики. Певец считает, что необходимо оставаться самим собой и быть максимально искренними с другими. Нужно общаться с людьми не медийными, сокращать общение с коллегами в свободное от работы время и не забывать про свои истоки, написал Дима в Инстаграм. Эти правила помогают стать хорошим человеком, уверен Билан. В завершение он отметил, что всегда нужно быть в поиске. А принятие себя помогает не только разобраться в психологических проблемах, но и в отношениях с родными и близкими. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!